Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1x-ставка. From the Cibor Arena. Right here! In St. Petersburg, Russia! Live! Worldwide! We are now set for the main event! Scheduled for 5 5-minute rounds in the welterweight division. Presented to you by ACA General Partners, Adinik Stavka, and Energy Dragon. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, he is a striker. He stands 175 centimeters tall. His official weight at even 80 kilos. His veteran's record stands at 20 victories opposite 6 defeats. Fighting out of Mahachkala, Dagestan, Russia. Here is Murad the Hunter Abdullah. And across the cage, his opponent, fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 183 centimeters tall. His official weight, 77.45 kilos. His MMA record stands at 14 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Moscow, Russia, here is Vitaly Slepenko. And our referee in charge of the action, Герихан Шабило. Бойцы на середину. Парни, у вас 5 раундов. Правила соблюдаем. Внимательно слушаем мои команды. В течение всего боя ведем активную защиту. Все понятно? Пожали руки по углам. Главное событие турнира ACA 145 вашему вниманию прямо сейчас. Полусредневесовая категория. Мурад Абдуллаев против Виталия Слепенко. 5 раундов по 5 минут. Герихан Шабилов боец в качестве рефери. Готов. Время. Первый раунд. Бой. Смотрим. Сразу активно начинает Виталий Слепенко с фронт-кика по корпусу, приклеил правую руку к лицу. Да, Виталий начинает без раскачки, хотя обычно она ему была нужна как раз. Он любит вкатываться в бои, постепенно наращивая темп. Антропометрическая разница, конечно, видна невооруженным глазом. Это будет помогать Слепенко работать именно с дистанцией. Ну а вот тут опыт. Опыт Мурада Абдуллаева работы с разными оппонентами. Маленькими, большими, крепкими и прочими. Да, по статистике Виталий выше Мурада на 11 сантиметров, хотя вот так со стороны не кажется, что настолько сильная разница. Хороший лоу-кик, вот, а Виталий Слепенко. Да, хлестка. Слепко попытался вставить, сдвоить с джебом. Размашистый удар, вот Абдуллаев, потом еще левый снизу. Нет, здесь, конечно, да-да, поскользнулся, здесь не было попадания. Мурад скандирует трибуны. Правый прямой от Слепенко. Да, много дагестанцев живут в Санкт-Петербурге. Поэтому они пришли поддержать своего земляка. Финтит со стойками, Виталий. Пальцы сжать! Мурад делает много обманных движений руками. Конечно, его главный козырь — это в первую очередь ударная техника. Неплохая подставка под лоу-кик. Да, перестал как будто работать Виталий Слепенко, как в первые секунды. Полностью взял он инициативу на себя и заставил пятиться назад Абдуллаева. И тот потихонечку теперь, казалось бы, прибирает, что ли, преимущество. Есть! Прямое попадание от Виталия Слепенко. Совершенно точно был потрясен, но лишь на секунду. Абдуллаев, что дальше? Да, как будто бы не увидел этого удара. Первого и второй тут же прилетел сразу. Вот эта потрясающая двойка. Сокрушительная двойка. Кавгард. Постепенно заходит Виталий. Там вяжет Абдуллаев. Пытается прилепиться к сопернику. В итоге гард уже. Да, не самая хорошая борьба получается.
Что самое удивительное, Слепенко не то что не хуже, а был лучше в стойке на первых секундах. Здорово, здорово. Сейчас Абдуллаев задумал переворот. Хорошо слышит свой угол. Как раз мы об этом кричали на родном языке. Хорошо, делай, делай, Виталий. Очень много пространства у Виталия. Осторожнее движение. Потом головой вперед. Да, и нужно быть осторожнее здесь. Бьет по корпусу, но не очень акцентировано пока. Виталий Слепенко там его хорошенько вяжет. Мурат Абдуллаев. Да, можно как раз Абдуллаев сейчас нацелен на то, чтобы побольше сил потратить Слепенко. Хотя при этом именно функционально, именно Виталий один из самых крутых бойцов вообще лиги. Назовут таких дышащими. Да. Очень дышащий боец. Здесь пока, в общем-то, рисунок не меняется. Вязнет, вязнет. Но Абдуллаеве вот в этих вот объятиях Слепенко не очень может бить. Вот только сейчас может более-менее пара ударов по корпусу. Да, с корпуса на голову переводит акцент своих атак. Виталий определенные очки набирает. При том, что гард — это равнозначная позиция, но мы же видим, что какие-то удары есть. Вот как сейчас, например, пытается обойти защиту, но хорошо ногами отрабатывает Абдуллаев. Чуть больше минуты. Корпус, голова, но не столь, опять же, опасно, как может быть, в принципе, для Абдуллаева. Хороший локоть был с его стороны. Еще несколько ударов по корпусу. Опасен, конечно, Абдуллаев. Он знает, как действовать в этом положении. Но каких только соперников не было в карьере у Мурата Абдуллаева. Много с кем он бился. И с Альбертом Тубедовым. Двухсерийный триллер был с Алексеем Кульченко давным-давно. Ну и, конечно, Абубакар Вагаев. Да, безусловно, здесь Абдуллаев ищет возможность для того, чтобы все-таки перевернуть, и на каток залетел уже у Слепенко. По первому раунду, кажется, все очень один. Понятно. Последнее мгновение. Да, не будет форсировать события сейчас. Виталий Слепенко додавит, скажем так, головой, попытался подняться, и здесь все окей. Здесь все в порядке, джентльменское поведение, никто не бьет после сирены. Разбежались по углам, парни. Все спокойно. Все по плану, все как мы ожидали. Лейтенанта можно. Трое. Говорили, трое на главный бой. Ладно, не разговаривай. Все, давай, брат. Максимально быстрый инструктаж в перерыве от секундантов Виталия Слепенко. Бойцы уже готовы продолжать. Калитка, простите, стоп, закрыта. Стоп, парни, стоп, не торопитесь. Готовы? Второй раунд, бой! Очень-очень эмоционально подсказывают секунданты сейчас Мураду Абдуллаеву. Посмотрим, настолько же за здравие сейчас начнет Слепенко, как тот раунд. Ну, фактически, все перевернул в первом отрезке. Один удар Виталия Слепенко, правый прямой, качатель корпуса. Да, постоянное давление, вот такая раскачка как раз-таки для Слепенко. И вот вытянутые руки, это дистанция, это то, что, в общем-то, по-хорошему для него и нужно. Отмечал я, что тэквондо занимался Виталий еще в детстве, и вот такой рубящий удар он продемонстрировал по воздуху. И вообще, очень креативно работает ногами. Здесь Слепенко, тем временем лоу-кик по бедру от Мурада. Здорово! Двойка отличная! Воспользовался, отдал наводку ближнюю ногу и тут же поработал по голове. Да, конечно, боковые у Мурада Абдуллаева, они и филигранные, и скоростные. Ну и оверхенды в том числе. Мимо. Слепенко. Локоть снизу не стал бить, но выиграл пространство. При этом Слепенко уже читает все его такие фирменные перемещения, да, кошачьи. Ух ты!
ты, акскик почти получился, но за этот удар очень много пропустил таких мелких по голове. Затем еще был локоть, который просто выставил Слепенко. Небольшая пауза. Вновь теснит соперника к сетке Слепенко, стал в правостороннюю. Комфортно для левши. Вернулся. Мимо. Видно, что домашняя заготовка была со сменой стойки. Сразу же правый оверхенд. Кажется, Абдуллаев начинает застаиваться. Хлестка, но там пытался ответить Абдуллаев оверхендом. Нет, по-моему, там не было акцентированного попадания. Очень много обманных движений, еще один удар по корпусу. И тут же ногой добавляет. Вертушкой чуть было не зашла Мурада Абдуллаева. Подраскрылся поединок. Явно, будто не пройдет он всю дистанцию. И видим мы очень-очень жесткие размены. И вот так заходит в борьбу Виталий Слепенко. Просто в корпус вперед. 2:33 до конца второго раунда. Сможет ли перевести Слепенко и будет ли вообще пытаться это сделать? Есть ли желание измотать вообще, в принципе, Мурада Абдуллаева? Получится ли вытащить сейчас как раз его? Сетку не хватает. Ухватывать сетку, нельзя этого делать. По ударам 23-3. Ну, кажется, что здесь не совсем все-таки такая пропасть. Активно работают все куда-то Мурада Абдуллаева, но у нас продолжается вот такая борьба. Сейчас Слепенко тратит очень большое количество сил для того, чтобы перевести. В итоге оказывается прижатым к сетке, потому что есть хороший захват. За корпус есть удар плечом. И насколько вообще это оправдано, мы узнаем чуть позже. Удар коленом, подсаживается Слепенко и разрывается дистанция. Да, там зеленый пластырь на ноге у Виталия. Да, там сочилась кровь из задней поверхности бедра. Еще один удар по корпусу. Все эти удары могут иметь особенное значение позже, в четвертом, в пятом раунде. Локик. Хорошее попадание от Абдуллаева, но левая нога, конечно, просто исполосована вот этими ударами. И здесь проваливается Слепенко. И очень здорово действовал Абдуллаев. И вновь по корпусу. Нащупал будто бы свою дистанцию Мурат, и джеб долетает все чаще и чаще. Даже учитывая антропометрическую разницу. Джеб не заходит. Вот здесь и рубящий удар уже от Мурада Абдуллаева. Он тоже умеет удивлять. Еще один удар с вращением. Еще разок. И вот здесь попал Абдуллаев. Прекрасный раунд. Мы с вами смотрим. Ух ты, опять акскик, и там локоть едва не долетел от Слепенко. Локоть снизу Виталий давно не бил. Клинч, колено по защите. Ух ты, вертушка, ну здесь все понятно. На, еще один акскик, и попал Слепенко. Плюс тейкдаун. Да. Как же все хорошо делал Мурат, но в итоге наткнулся на этот перевод. Ждем третий раунд. Проводит паузу на ногах Виталий Слепенко, частенько это используя как психологическое давление. Мурада раскисляют, дышит он тяжеловато. И видите, даже статистику, да, пока есть определенное и хорошо просматриваемое преимущество Виталия Слепенко и в первом, и во втором раунде. Сможет ли все перевернуть в этом бою? Я думаю, Мурад Абдуллаев. Да, сейчас наступает очень важный отрезок, как раз таки в котором будут проявляться кондиции и вот эти возможности физические.
И как раз увидим мы, насколько умеет прибавлять Виталий от раунда к раунду. Показал проход из Мурад Абдуллаев. И начинается вот борьба. Вот так вот сам начальник, гард открыт. Да, причем любопытно, что именно в борьбу пытается перевести Виталий Слепенко, не работая в стойке. Ух ты, здорово. Перевернуть не получилось. Но попытка защиты. Да, помогла сетка здесь. Вам теперь один заставляй. Давай, давай, Мурад, я с собой лук. А же мы банарь, я с тобой молиду. А сук, Мурад, мог базос, а сук, Мурад, мог бум. Мурад, мог базос. Смотрите, как ногами отрабатывает Мурад Абдуллаев. Да, и подкручивается, да, действительно правильно Алексей Сафонов говорит. Хорошее попадание, что попытка будет рычага локтя. Тем временем все-таки один локоть на коротке пробил Виталий Слепенко с корпуса на голову. Шанс выбраться из борьбы у Мурада есть. И постепенно бойцы перемещаются вообще в центр. Ну и есть ощущение, что в углу как раз таки переговоры идут о том, чтобы к сетке-то и подтянуться, потому что чем дальше от нее, тем дальше от попытки подняться. И пока она не выглядит вообще реальной на самом деле, тут еще и перешагивает диагональный контроль. Виталий Слепенко здорово закрепляется в этой позиции. Да-да-да, есть хавгард, очень высоко обошел защиту Виталий. Что дальше? Правую ногу никуда не переводит, отсюда можно бить, по тейкдауну 2-0. Удастся ли здесь перепрыгнуть все-таки в боковой контроль? Ну нет, там Абдуллаев очень-очень хорошо защищается, скрещивает ноги, подкручивается, боком вот так доложится, дабы избежать этого положения. Но тем временем 2 минуты это уже позади. Пока этот раунд у нас получается односторонним. Здорово. Да, шанс для Мурада Абдуллаева. Он все перевернул теперь уже. Он в гарде у Виталия. Ну что ж, этот раунд, возможно, у нас будет разделен практически пополам. Да, любопытно. И самая середина пятираундового противостояния тут прямо сейчас наступает. Здесь очень важно смотреть, как работает Слепенко из положения лежа на спине. Внимательно наблюдайте, будет ли он эффективен, сколько раз он ударил. Вот, головой, кстати, бьет, по-моему, Абдуллаев. И... Да, этого делать нельзя. Локти пошли вот такие. 3 удара от Абдуллаева. Рассечение есть у Слепенко. Заходит он вперед, высоко ногами отрабатывает Виталий. И еще один локоть. Пропускает Слепенко этот удар. А не головой ли получено это рассечение? Да, потом посмотрим еще в перерыве на повторах. Пока все внимание на бойцов. Еще один локоть. Завелся Мурад Абдуллаев. И вот так вот сам вытер кровь Мурад. Да, но там удобно все-таки заливается она сбоку, не в глаз для Виталия, и обзор не мешает, обзору не мешает, вернее. Так или иначе выбраться Слепенко не может. И вот так головой себе помогает Абдуллаев, борется сейчас здесь на опыте. Самое главное, у Абдуллаева прям прослеживается мощный акцент в каждом ударе. Я бы еще хотел обратить внимание, пока вязкая борьба, Алексей Сафонов сидит с джойстиком, которым якобы управляет Виталий Слепенко. Я думаю, что с ним он зайдет еще в клетку. Здесь очень-очень тяжелый локоть от Мурада Абдуллаева. И вообще раунд, конечно, лихо поменял свое направление, свой вектор. Да, и по урону, кажется, уже Мурад выглядит лучше. Это уже оценивать судьям. Здесь не, побольше, не берусь. Попытка неплохая может быть. Здесь высоко выносит таз, задирает правую ногу Виталий Слепенко. Ну, неужели там на Гоплата что-то пытался придумать? Нет, не вышло. Еще жестко. Пару раз, как я понимаю, попал. Да, действительно, мы предполагали, что в третьем раунде может произойти определенный перелом. Здесь все пополам, и вполне возможно, сейчас будет счет 2-1 по раунду. Потому что этот отрезок, вполне вероятно, Абдуллаев заберет.
Жестко с правой попал под занавес. Все. Давай его, брат. Да, сейчас время перевести дух, подумать. Алексей Гоненко заходит в клетку. Тяжелее Абдуллаеву, он вообще не садится на табурет. Он сидит на пятой точке здесь, прикладывает лед, он дышит. Но в целом пока все в порядке. Действительно, есть, конечно, усталость. Сейчас начнется первый, четвертый раунд в карьере Слепенко. Смотрим. Повторы. Да, здесь просто завалился на Мурада Абдуллаева. Локти. И вот здесь прекрасный свип получается у Абдуллаева. Вот удар. Этот удар слева, да, сечет. Был удар, точный удар левой рукой, после которого и открылась сразу же сечка у Виталия Слепенко. Да, и так драматично сделала ему маску просто на глазах. Бой! Красного цвета. Далее едем. Смотрим, четвертый раунд. Джеба выбрасывает Виталий на старте. Показывает колено по корпусу. Я думаю, за эти раунды мы поняли преимущество каждого. Виталию Слепенко работать в стойке, Абдуллаеву бы переводить и вот так утрамбовывать, что ли, своего оппонента. Предплечье попадает Мурат Абдуллаев, что есть на выходе. Обратите внимание, перестал бороться Слепенко. Он переключил. Пока, да, пока предпочитает поработать в стойке. Дабы не терять силы. Была ставка на то, чтобы измотать Абдуллаева. Акстик какой, потом правой рукой достает все-таки Слепенко. Здесь ло очень точный. Неплохо работает Мурат Абдуллаев на нырке. Но вот сейчас кондиции сильно просаживаются у Мурата Абдуллаева. Обратите внимание, где находятся его руки. Это уже на поясе. Падает от удара Мурат. Причем на самом деле удар-то был не очень сильный, но он был точным. И в итоге начинается борьба. Сейчас Абдуллаеву опять нужно придумывать, каким образом перевернуть соперника. Множится усталость Мурада Абдуллаева на вот эти удары. И именно как раз при этом множестве происходит падение, которое мы только что с вами видели. Да, тяжеловато дышит Абдуллаев, это факт. Хотя лично я вот так вот особо не припомню, чтобы он как-то функционально сильно проседал. Да, по контролю, да, суммарно. Плюс-минус ведет. Пополам практически. Чуть-чуть больше половины. И сейчас смотрим, как Виталий Слепенко работает сверху. Пока, честно сказать, не видим, как он бы активно работал. Попытка корпус, голова. И здесь нужно быть очень внимательным Виталию, потому что Мурат вполне способен повторить то, что у него получилось в третьем отрезке. Он пытается сейчас это сделать. Продвигается вперед Слепенко. Протаскивает буквально по сантиметру свой корпус. Еще одна попытка. Неплохо, и локоть здесь, видимо, частично зашел. Ну, по крайней мере, вызвал очень яркую эмоциональную окраску у секунданта Мурада Абдуллаева. У нас опять полраунда позади, пока в пользу Виталия. Да, он работает здесь на, наверное, на активность скорее. Пытается, безусловно, пробить, пытается попасть хорошо, но... Попадает Виталий. Сумел лепиться и все-таки донести удар до цели. Замок. Здесь, да, пытаться задушить не имеет никакого смысла. Из этого положения это не получится. Корпус не перенесен из гарда. Боковой контроль. Крутится Абдуллаев. Да, вот здесь прям видно, что это просто двужильный Виталий Слепенко. Не давай Кимуру, правильно кричал Сафонов из угла, вырывается из этого приема. Виталий Слепенко продолжает находиться сверху. В гарде, да, причем в таком широком. Менее полутора минут до конца четвертого раунда. И пока, как и предполагали многие, этот бой у нас заходит в поздние отрезки. Уже зашел.
Мне кажется, что это часть тактики и продолжать изматывать Мурада Абдуллаева и в пятом раунде уже так же работать в стойке, потому что ведь работала эта схема. И сейчас, когда Слепенко встал на ноги, он же сразу же еще раз уронил Мурада Абдуллаева. Да. Еще один удар по корпусу. Очень спокойно работает Слепенко. Да, у Мурада, видимо, не так много сил, но он пытается выбраться. Да, на морально-волевых держится и локоть там. Мурад Абдуллаев. Да, действительно, это самое большое имя в карьере у Виталия Слепенко. Мурад Абдуллаев – чемпион нескольких организаций в полусреднем весе. Это действительно глыба в мире российских смешанных единоборств. Еще один локоть. По корпусу достает. 10 секунд. Апкик. Вот там Мурада Абдуллаева. Достал здесь Слепенко. Очень жестко. Пару хаммерфистов. И вот сейчас будем смотреть, как поднимается Мурад Абдуллаев. Ну, как минимум 3-1. Проблемы с коленом с левым. Пощупал так ногу Мурад. И очень тяжело. Очень тяжело поднимается. Эта минута будет у него проскакивать как 10 секунд, наверное, субъективно. Потому что необходимо восстановиться, продышаться и прийти в себя. Смотрим статистику по ударам. На стороне Слепенко, в общем-то, каждый из возможных показателей. Латают сечку. Слепенко, смотрим, и что здесь. Здорово попал с правой. И вот здесь, да, задержался на дистанции и точно в челюсть. Бум. Даже джеба. Джеба, наверное, да, действительно, не с правого прямого, а именно с левого. Последний раунд. Итак, последний раунд. И здесь точно никто никого за пацанов не держит. Смотрим. Абсолютно точно. Слепенко поддавливает. Высоко держит руки Абдуллаев. Понимает, что нельзя здесь опускать ни в коем случае с таким ударником, как Виталий. Виталий вообще правая рука просто приклеена. Здесь двойный джеб. Вот опять этот джеб потряс. И видно было, что чуть-чуть опять зашатались ноги у Мурада Абдуллаева. Но пришел в себя быстро. Здесь в связке с лоу-киком пытается бросить левый оверхенд. И хай-кик. Есть еще одно попадание. И у нас опять начинается борьба. И так раздосадованные секунданты Мурада Абдуллаева. Конечно, понятна их реакция. Ну, хороший свист! Вот это да, это уже интереснее. Возвращает интригу Мурад Абдуллаев. Ну, какой красавец. Да, на характере, на воле. Действует Мурад. Блистательная работа. Но вот насколько сейчас активности ему хватит, это вот пока большой вопрос. Очень истощен физически Мурад. Пока пытается контролировать, но у него есть возможность для нанесения удара. Головой, кстати, ударил, сразу получил замечание от Шибилова. Вот такие локти, вскользь. Да, опять оттягивает от себя Слепенко для того, чтобы получить этот небольшой люк для того, чтобы пробить. Да, может здесь работать и в стиле Николы Дивчикова. Виталий Слепенко. Кто мог подумать, Мурад Абдуллаев забарывает Виталия Слепенко в пятом раунде. Вот здесь может пойти прием. А состоится ли? Но нет. Опыт все-таки огромный. И здесь он решает. Но наверняка будет еще одна, может быть, даже и не одна попытка. 3 минуты все-таки. Да, времени-то еще действительно вагон в пятом раунде. Опять начинает заводить ногу Виталий. Ну, неплохо все читает здесь Абдуллаев. Он в хавгарде уже. Да, потихоньку так. Не спеша, но восстанавливает гард, кстати, Виталий Слепенко. Обратно возвращает в изначальную позицию. Половина раунда остается.
оттягивает, отжимает голову. Корпус открыл и тут же на голову перевел. Но это, наверное, не такие удары, конечно, за которые можно награждать. Но делает свое дело Мурат Абдуллаев, надо признать. Да, и также надо признать, что просто победы в этом раунде может не хватить Мурата Абдуллаева. Да, как бы ни было. Надо рисковать, видимо, бойцу из синего угла. И нацелен, что у Мурата есть. Вот, есть и силы, и резерв определенный. Еще один локоть от Виталия, там опять сечка открылась. Попадает. Да. Абдуллаев коротко, точно. Да, любопытно вот так, как будто кто-то сверху положение занимает и сразу получает большое преимущество, что в первом, что во втором случае. Здесь скольз от Мурата. Да, и подключил локти Абдуллаев. Здорово. И односторонние у нас отрезки. Четвертый абсолютно в пользу Виталия, пятый абсолютно в сторону Мурата. Пытается локтями ударить Мурат Абдуллаев. Вот сейчас видно, что силы прям такие покидают слованного дагестанского спортсмена. Хороший смелый удар. Стартовала 25-я минута в этом противостоянии. Ну что ж, здесь уже минимизирует только ущерб Виталий Слепенко. Да, наверное, тоже умеет считать. Можно ли сказать, что тактически переигрывает Виталий Мурата? Возможно. Очень важным было то, как раз вот в этом же положении начал действовать Абдуллаев. Нанес урона, сбил этот порыв, сбил эту уверенность со Слепенко. И там Алексей Гоненко, Алексей Сафонов уже что-то скандирует. Последние секунды. Завелся Абдуллаев. 10 секунд! Хочет здесь максимальное количество ударов попасть и урона нанести. Но попадает далеко не все. Все, этот бой завершен. Один удар даже был уже, наверное, после сирены. А все это очень похоже на 3-2. Но посмотрим, так ли будет на судейских карточках. Устал я, парень. Очень интересно, в каком весе будет дальше выступать Мурат Абдуллаев. Он уже попал в ростер среднего дивизиона. Сегодня провел бой в полусреднем весе. Ну или для него, по факту, это был промежуточный вес, потому что он показал цифру даже выше 80 на весах. Но самое главное по бою. С четвертым, с пятым раундом все абсолютно понятно. Как и с первым и третьим, видимо. Похоже, что на всех судейских карточках 3-2. Джефф Хьюстон заходит в клетку. Сейчас мы узнаем результат. И что будет дальше, опять же. Все-таки бой с Черси Дудаевым или что-то другое. Возможно, реванш с Хирмагомедовым, например. Почему нет? Ladies and gentlemen, after a hard-fought 5 rounds, our judges at Kate's side are all in agreement for your winner by unanimous decision, Vitaly!